Простые движения, яркие улыбки и зажигательная музыка. Танцевальный флешмоб стал приятным сюрпризом для пассажиров и тех, кто пришел их проводить. При этом танцоры не профессионалы, а студенты. Признаются, готовились долго. Репетиции совмещали с работой, но на нехватку времени не жалуются. Жизнь у студента должна быть насыщенной. Ребята во время работы уделяли свое время и специально готовились к этому торжественному мероприятию. Потому что мы студенты, молодые, у нас все забавно, весело, интересно. Флешмоб приурочен к наступающему дню железнодорожника. Традиционно в период летних перевозок студенты подрабатывают проводниками в поездах дальнего следования. С каждым годом такая занятость набирает популярность. Если летом 2010 года в поездах трудилось 2000 студентов, то в этом уже в 4 раза больше. Сотрудники железной дороги помощниками довольны. Ребята все в подавляющем большинстве очень ответственные, работают с желанием, и серьезных претензий к ним нет. Зарядив зрителей хорошим настроением, студенты-проводники поспешили на планерку. Ведь поезда продолжают ходить, и работа не заканчивается. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.